У известного российского телепроекта Comedy Woman появились конкуренты в Караганде. Это шоу толстушек под вкусным названием «Сахар». На днях они отмечают свое пятилетие. О том, с каким настроением артистки приятной полноты его встречают, узнавал Николай Кравец. Так, внимание! Вы здесь все арестованы! Ха-ха! За правонарушение! За распитие спиртных напитков в общественном месте! Чё мы там хихикаем? Увидеть женщин в одежде полицейского сегодня можно нечасто. Именно поэтому 5 лет назад продюсер необычного шоу «Толстушек Сахар» Анна Невская решила пополнить этот пробел. Провела кастинг и выбрала самых энергичных и веселых женщин приятной полноты. Проблема была только в наборе девочек. Набор был достаточно долгий. На сегодняшний день девчонки наши работают постоянно, коллектив не меняется. Это одна большая семья, дружная, несмотря на размеры, габариты и разность в характере. Одна из участниц, Кристина Мингажева, рассказывает, работа в шоу помогла ей раскрепоститься и избавиться от ненужных комплексов. Теперь она не стесняется быть пухленькой и уверенно себя чувствует на сцене. Понравилось? Ну а как могло быть по-другому? Ведь во мне, дамы и господа, 140 килограммов сексуальности! Мне очень нравится роль полицейского, такой жесткой очень женщины, но которая в то же время очень хочет тоже повеселиться. Бывает, что у людей складывается о нас не очень хорошее мнение, потому что они нас никогда не видели. Они думают, что это что-то пошлое, ну, что-то очень неприличное. На самом деле это очень красивое шоу, очень хорошо выдержанное, с хорошим тонким чувством юмора. В арсенале толстушек сегодня 3 номера, по 20 минут каждый. Но несмотря на мизерное количество постановок, и ждут на каждой вечеринке. Среди двух женщин-попушек есть и обладательница не столь пышных форм. По словам продюсера, это одна из изюминок шоу-программы. Каждому шоу необходим экшен, какая-то изюминка, какой-то степ. Степ строится на различии форм. Ну, поэтому, собственно говоря, все просто. Худенькая девочка является у нас стажером, глупышкой такой, которую взяли под свое крылышко две реально большие пышные дамы. В общем-то, степ на этом и строится. И самое главное, что не обидно ни худышкам, ни толстушкам. Это просто смешно, хороший, добрый юмор в лучших традициях Comedy Woman. Ну вот во мне полкило в тебе. В полицейских это стажер-полицейский, который только-только пришел на свою службу. Его обучают такие матерые, скажем так, женщины. Вот. И роль красотки. День рождения своего коллектива участницы шоу «Сахар» и их продюсер планируют отметить вместе за одним общим столом. Будет огромный вкусный торт, масса сюрпризов, а самое главное – хорошее сладкое настроение. Николай Кравец, Габиден Курышбеков, Асхат Абидулов, Первый Карагандинский.